Борисовский Батэ сегодня утренним рейсом на Лондон отправился на матч против Челси. Соперники встретятся завтра в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. В английскую столицу поехал 21 футболист. С окончательной заявкой тренерский штаб определится уже на месте. Перед отлетом главком команды Алексей Бага отметил, что готовностью команды полностью доволен. А непобедимый статус Челси отнюдь не исключает футбольных сюрпризов. В рабочем графике. После городей задача была восстановиться, потому что ноябрь вот-вот, и болячки накопились, и усталость, и большая занятость сборных ребят. Поэтому восстановиться, более подробный анализ будет ребятам донесен уже по прилету в Лондон. А вчера была тренировка, естественно, какие-то моменты указывались, но все в рабочем графике. Удивить футбольную Европу борисовчане постараются завтра. Старт поединка в 22:00 по белорусскому времени. Обслуживать матч будет итальянская судейская бригада. Анжелика Урман, телекомпания СТВ.